Здравствуйте, друзья! Мы с вами в городе Сунивэл. Где в Сунивэл? Вот прямо под линией электропередач. Вот если вы видите, вот я в Сунивэле под линией электропередач. И здесь новая застройка, такой комплекс. И мы пойдем посмотрим, чего нынче строят, почем, новенькое. Надо сказать, что новенькое сейчас вроде бы много строят, но с другой стороны, каждый такой проект, он немножко вымученный, потому что земли-то особо нет, понимаете? Что показать, Свет? А вот из чего строят? Видишь, вот построили. Из чего? А вон справа из чего строят? Из фанеры. Строят, друзья, из фанеры. Вот, пожалуйста. Из фанерки строят. Из таких ДСП, пропитанных, негорючих там и так далее. Они очень хорошие, но вот строят из этого. Пошли, вот вход. Вот мы прошли через офис, и тут такое место, где такие так называемые model units, то есть вы можете пойти и посмотреть. У них тут 9 разных моделей, и 2 бедрума, и 3 бедрума, и 4. Мы сейчас пойдем посмотрим вот этот. Пошли посмотрим. Стоит это где-то 1,4 миллиона, то есть 1 400 000. Вот он, 3 бедрума, 3,5 баструма, машина, гараж на 2 машины, где-то там, не знаю, 160 квадратных метров примерно, вот тут. 1700. Ну, я так округлил немножко, да. Мы, друзья, зашли сюда. Тут как-то отсутствует, можно сказать, предбанничек фактически отсутствует. Как-то вот так заходишь, справа лестница наверх. Света говорит, ой, крутая лестница, не хочу туда идти. Здесь такое, знаешь, слушай, из предбанника мы сразу в спальню попали. Ты, слушай, обрати внимание, вот дом, где мы были в Вирджинии, да, у Алены, да, с Сергеем, так это очень похожая планировка, то, что заходишь сразу. Здесь три этажа, друзья, да. Это так называемые town-home-style condominiums. То есть кондоминиум, это значит, что он не владеет землей, на которой стоит. И у них тоже не патио никакого нет, вообще земли никакой нет. Ну хорошо, если там, может быть, какой-то есть балкончик. А как мы знаем, сейчас дорожает посмотрим. Именно земля. Дорожает земля, но не в этом дело, это комплекс. Комплекс это комплекс. Три этажа, три уровня здесь будет. Значит, здесь мы поняли, зашел сразу спать. Там гараж. То есть такое ощущение, что на первом этаже не открывается. Да. Нет, не отбирается. Под лестницей шкафчик. Ну, хорошо. Ничего такого тут под лестницей особо нет. То есть, первый этаж вообще никакой. Спальня и гараж. Так, пошли дальше. Это, друзья, для тех, кто помоложе. Вот так будут. Будете бегать весь день по лестницам и набегать шаги. Так, те, кто измеряет количество шагов. Вот раз, по лестнице поднялся и сразу туалет, чтобы не искать. И очень удобно. То есть поднялся и тут же бах сюда. А внизу не было туалета, да? Был туалет. Там мастер такой. А, окей. Ну, друзья, просторно, богато. Зеркало так к стене прислонили. Даже не повесили. Хорошо, а что тут и не повесишь такое большое-то? Так. Ну, давайте смотреть. Тут какой-то закуток. А, закуток. Это лестница пошла на третий уже этаж. Ну вот, просторненько. То есть тут в основном как бы жизнь происходит. Я уже вижу, там можно за соседями хорошо наблюдать. Пошли посмотрим. Значит, кухонька. Вот этот айленд. Мы со Светой любим, когда на айленде есть еще раковина, да? Чтобы можно было. Для конда же это уже слишком жирно было бы. Для конда жирно. Ну, если все равно айленд есть, так чего? Вот. Тут у них, смотри, какой балкончик такой хороший. Ну, балкончик просторный. А у многих людей вся квартира, как этот балкончик. Такой. Свет, не скрипи там. Так. Вот. И мы попадаем сюда как-то на внутреннюю, что ли, улицу этого комплекса. Вот тут. Что-то такое. Вот соседи. Можем смотреть, что у них тут происходит. А надо сказать, что комплекс практически весь уже распродан. Это не то, что, вот, знаете, пришел и все выбирай. Практически все распродано. Процентов там, наверное, не знаю, там 90, если не больше.
Ну что, кухня симпатичная, да? Ничего. Границ тут, все как положено, все как у людей. Что нам остается, друзья? Идти выше. Идем выше. Так, осталось найти спальни. Мы пока что видели только одну спальню внизу. На этом этаже никто не спит. Ну, ладно, идем выше. Друзья, мы с... Ох ты же! Там, да. Мы, друзья, вместе с вами. Так, знаете, гораздо приятнее для вас выпить там бокал пива или там рюмочку чего-нибудь, чем вот для вас сюда пыхтеть. Ну, ничего, ладно. Значит, вот мы поднялись на третий этаж, пошли вперед. Ну, а что вы себе думаете? Комнатка, спаленка. В спаленке тут walk-in closet. Понимаю. Спаленка небольшая. То есть, кто скажет, что большая, пусть первый бросит в меня камень. Так, значит, туалет, ну, тоже он небольшой, но ничего. Ну, ничего. Значит, так, это одна комната, значит, спальня. Стиральная, сушильная машина. Нам обещали сюда 3,5 туалета и 3 спальни, да? Да. Так, что еще тут есть? Это, видимо, мастер-бедрум. Потому что она побольше, эта комната видно. Видно, что она побольше. Там у нас под окном чего-то. А, это вот sales office, из которого мы пришли. Вот там мы запарковались. А вон там замечательное соседство. Это, друзья, Mobile Home Park. О, надо свете показать, ей будет интересно. Вот тот слева, это Mobile Home Park. Так, вот свет, слышишь? Mobile Homes там стоит. Вот так высоко, чтобы все видно. Высоко, все видно. Высоко сижу, далеко гляжу. Высоковольтная передача. Тоже. Линия высоковольтная. Да, тут, ну, как положено. В более приличных... В более приличных местах все уже застроили. Слышишь? Света, скажи, что это. Так. Душ. Видите, на вопрос, что это, если не Mobile Home Park, Света уже не смогла ответить. Это отдельно стоящий такой туалетик. Ну и тут можно, конечно, раскидать много шматья. Что сказать-то? Да. Ну так, друзья, так ведь и цена же никакая. Что такое 1 400 000, правда? По нынешним временам, да. Без земли. Так, ну постой, все-таки, мне кажется, что мы не досчитываемся спален. Да как же, 3 спальни, 3,5 туалета. Правда? Да. Ну, Света лучше считает эти дела. Значит, на этом уровне 2 спальни, правильно? Ну, еще одна внизу. Одна внизу. А, так всего 3. Всего все 3. Правильно, все правильно. Ну что, друзья, кому понравился дом, значит... Бегите, пока не распродали. Вы знаете, в общем, что делать. Давай, Свет, прежде чем мы на улицу пойдем, так вот скажи, что ты думаешь об этой штучке. Ну, а что я думаю? Мне... Лестницы эти смущают, конечно. Нет, ну не так, чтобы нам с тобой вот по ним ходить, а так вот в целом, как цена, качество, площадь, отсутствие смотри, земли. Ну смотри, сегодня земли мало здесь, в Калифорнии. Это вообще-то вот это Кайфер Роуд, это не самое лучшее место. Да. Здесь с одной стороны железная дорога, а с другой стороны такие коммерческие строительные конторы, которые камнем торгуют, чем-то таким, вот, может быть, действительно в уголком комьюнити. Но другой же земли нету, ребята, вот, поэтому иметь новое жилье. За 1,5 миллиона. И школы, небось, непонятно какие. И школы непонятно какие, но, во всяком случае, оно новое, с высокими потолками. И даже если комнаты маленькие, все равно потолок высокий уже хорошо. Угу. Вот, и мы не знаем, сколько в месяц надо платить за ассоциацию. Бассейна у них общего нету, джима у них тоже общего джим, нету. Джим, сказал, что есть какой-то там джим. Нет, нет, у них есть... Рекрейшн. Нет, у них есть типа клабхаус, где можно гостей принимать. Да. Но джима нет. Да, ну так, наверное, и ассоциация небольшое. Ну, слушай, а что, зачем тут ухаживать? Только дорожки подметать и все. А тебе, знаешь, бывает, что не зачем, а денег возьмут кучу. Ну, во всяком случае, так, новый дом, нормально построенный, все с ним хорошо. Ну, а такие архитектурные недостатки, что ж тут делаешь-то? Вот и все, друзья, вот и все. Идем теперь по лестнице вниз.